Вот это вот парк Руднева. Вот тут вот раньше до часу ночи всегда горели фонари и освещали парк. А потом, когда памятник Рудневу снесли, кто не знает, это, короче, Сепар столетней давности, то лампы перестали гореть в парке. Это вот, наверное, такое вот западло от тех, кто отвечает за лампы в парках. Теперь вот здесь почти никого нет, а раньше отдыхала куча народу.